Внимание! Данный видеоролик может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды и нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не рекомендовано для просмотра лицам, несовершеннолетним, кормящим и беременным женщинам, да и вообще никому. Дамы и господа, доброго времени суток, Готика Сократ вас беспокоит, это игра Warpatch 19 сервер. Сегодняшний видеоролик у нас посвящен билетам миграции. Что, как, зачем, почему, для кого они нужны и почему я настоятельно рекомендую их копить. Более того, мы сегодня рассмотрим ПК-версию игры. Да, она работает, у меня и у тех игроков, у которых была на загрузочном экране ошибка, соответственно, игра не отвечала, и мы просто ее сворачивали и уходили на эмулятор. Сейчас все работает, все летает, и я вам это продемонстрирую. Более того, конечно же, отдельным респектом спонсоры нашего канала, вы их видели на заставке, отдельным респектом Nightmare, Михаил, Бусл Кир, и, прошу прощения, если неправильно называю, ну, конечно же, Алексей Котов, Буржуй и Грут. И можете стать и вы, ссылки в описании под роликом, оформить месячную по списку можно всего от 99 рублей в месяц. Вам не сложно, мне приятно, и это ваша благодарность за мои труды, ролики, стримы и так далее. Давайте не будем затягивать, погнали! Ну и первым делом, что я сделал, когда зашел на ПК-версию, а проверить, а что у нас тут такое. Смотрите, сколько у нас тут всяких разных интересных тумблерочков. У нас появилась вкладка во весь экран, то есть мы с вами можем играть спокойно уже во весь экран, не в оконном режиме. Но единственный вопрос. Вот у меня, допустим, 4К монитора, но расширение у нас только Full HD, что не очень-то и здорово. По сути дела, картинка будет мальновата. Давайте мы сейчас сделаем максимум все тумблерочки, посмотрим, что у нас тут появляется. И у нас идет перезагрузка, вследствие чего, помните, вот здесь в верхнем углу у нас была инициация вот этих Луи, и она проходит дальше, и мы с вами загружаемся в игру. Надо будет ввести только единственное, что на входе ваш логин, пароль, почта. И смотрите, до чего сочная картинка, какая сочная и бестормозучая картинка. На что я обращал внимание всех игроков. И здесь, кстати, вот смотрите, как нифига не лагает. Насколько все красиво, прорисовано, прям супер-пупер. Можно вот так вот легко делать. Шикарно, шикарно. Значит, можно выставлять горячие кнопки. Допустим, на кнопку D я изначально базово выставил, чтобы у меня были здесь сразу отображения всех ресурсов, и мы могли зайти куда угодно и быстренько что-то прочекать. То есть эти кнопки можно выставлять. Сколько же красиво у нас теперь отображаются модельки. Модельки, просто шикарная прорисовка, все горит, все светится огоньком, анимации, все прям четенько, четенько видно, все очень быстро, отзывчивое управление. Ну, тут, конечно же, возможно всякое, что разработчики могли бы сделать и более корректное отображение поиска путей и отображение, что у нас идет здесь в километрах, а мне бы хотелось бы видеть здесь в минутах, да, сколько у меня цель идет до минут. Пока таких функций нет, но они разрабатываются. Я не знаю, разрабатываются они только для ПК-версии или для мобильного тоже, но я думаю, что и для мобильного сеттинга у нас это отображает. Все очень красиво, очень красивый уровень графона, я уже все заранее посмотрел. Более того, помимо графона, отсутствие тормозов как таковых, да, то есть мы могли бы зайти там в какую-нибудь, не знаю, там Москву или посмотреть, как там выглядят битвы, но я это уже проверил, все выглядит офигенно, тормозов, лагов, ничего я этого не заметил. Отличие от какой-то версии, допустим, от версии эмулятора, где мы должны были что-то писать. У нас выскакивало там окно. Тут я, допустим, напишу всем пока и удачи. И вот такой вот смайк. Все, хоп, вышло сразу. Все работает идеально, да. То есть отклик, соответственно, графон, мельчайшие детали. То есть стримить, играть — полное удовольствие, стопроцентное. Я скоро уже начну запускать наконец-таки стримы на эту тему. Выглядит все красиво,
играбельно, без тормозов и лагов, и главное, они все пофиксили, все доступно, можете спокойно использовать. Ну и, конечно же, я бы с вами хотел поговорить на тему билетов миграции и русскоговорящего сервера. Это никуда не ушло, мы собираем коллектив с разных серверов для того, чтобы выбрать себе сервер, подходящий, сделать его русскоговорящим, да, русскоязычным сервером и собирая туда всех игроков. Поэтому ты, дружище, если ты на меня сейчас смотришь, настоятельно рекомендую тебе собирать билеты миграции. Даже если они у тебя есть, все равно их собирай. Даже если ты их сейчас не собираешься идти на русскоговорящий сервер, тебя устраивает твой альянс, собирай билеты. Этот совет — собирать билеты всегда, даже когда вы накопите 70 билетов, собирайте их дальше. Можно не вкладывая максимум усилия, а где-то половинку, но у вас всегда должно быть стабильно прирост билетов, потому что всякое может случиться в этой игре, в этой жизни, и я очень сильно жалею, что я не начал собирать билеты, как только они были доступны. Это мой большой просчет, поэтому русскоговорящего сервера до сих пор нет. Он был бы уже там полгода назад где-то сделан, но, к сожалению, у нас нет билетов у большинства русскоговорящего альянса на 19-м сервере. Соответственно, получается, что мы можем добывать билеты только тремя способами в этой игре. Способ первый — это VIP. VIP-магазин, в котором можно покупать эти билеты. Первые два билета по цене 1600 голды за один билет, доступный на 12-м VIP-уровне. Соответственно, 12-й VIP-уровень открывает нам возможность приобретения вот этих вот билетов за 1600. Это достаточно много, но тем не менее это максимально возможно для самых слабых игроков, у которых очень мало возможности добывать золото, но по-другому и никак. Поэтому, если вы на ранних этапах, всегда на 12-м випке покупайте билеты миграции. Следующие билеты миграции открываются на 15-м випе и доступны по цене 6000 голды за один билет. Итого, нехилой математикой мы приходим к выводу, что нам надо 15200 голды в неделю для того, чтобы покупать 4 билета миграции, соответственно, в VIP-магазине. И это нам даст возможность через 4 месяца и 2 недели улететь на любой сервер, кроме тех, которые являются достославными, улететь за, соответственно, 70 билетов. 70 билетов — максимальное количество билетов для будок больше 100 миллионов. То есть, если у вас 100 миллионов будка и выше, соответственно, 70 билетов вам надо на любой сервер, который не является достославным, ну и плюс, соответственно, который не является пионерами, новыми и так далее. То есть на старый сервер, любой, который открыт больше 300 дней, вы можете прыгнуть спокойно. Соответственно, вот два билета, 4 билета в неделю можно покупать в VIP-магазине. Также можно билеты покупать в магазине Альянса, вот они здесь доступны, за 10 тысяч монет вклада. Стоит ли их покупать? Если вам надо экстренно сваливать с вашего сервера, да, предположим, вы хотите на русскоговорящий, но у вас 0 билетов, тогда да, тогда стоит их покупать. Во всех остальных смыслах нет, в случаях я имею в виду, потому что 10 тысяч голды можно тратить спокойно на жетончики и на VIP. Если у вас не вкачан 15-й, а лучше 16-й VIP, потому что на 16-м VIP нам дают один рандомный чертеж золотой в день, каждый день за вход. То есть не в зависимости от того, чем бы вы ни занимались, вы будете получать вот такой вот один рандомный рецепт. Это на 16-м випке. Все очки, монетки, вклады, которые вы получаете, надо вкачивать в VIP и тратить на получение випки 16-й. Если у вас 12-е, 13-е, однозначно все, включая даже голду, надо вкладывать и прокачивать. Если у вас, предположим, 16-я випка или 15-е, достаточно покупать и 4 билета в неделю. И тут у вас будет преимущество в том, что
Соответственно, вы будете, в отличие от 12-й випки, за 4 недели и 2, за 4 месяца и 2 недели вы сможете улететь на другой сервер. Те, кто покупает по 2 билета в неделю, будут вынуждены улететь через 8 месяцев, а если быть точнее, то через 9 полных месяцев после того, как они начнут собирать. То есть, если у вас 0 билетов, 9 месяцев, это очень большой срок. Очень большой срок. Соответственно, чем раньше вы прокачаетесь до 15-й випки, тем лучше. Тратить 20 тысяч монеток вклада, во-первых, за неделю их не так-то легко и насобирать, если честно. Но тратить 20 тысяч монеток вклада на 2 билета миграции нужно только в том случае, если у вас не открыта 15-я випка, и вы опаздываете, точнее, вы не укладываете какие-то конкретные сроки вашего альянса, ваших целей и так далее. То есть вы должны заранее понимать, что под ваши цели нужен конкретный промежуток времени. Поэтому воспользуйтесь калькулятором, вашими возможностями, и посчитайте, сколько недель у вас найдет, если вы будете покупать, допустим, один билет здесь и 2 випки, то есть 3 билета в неделю. Посчитайте, сами все поймете, в какой срок вы укладываетесь. Покупать их, рвать попу и делать 6 билетов в неделю я не вижу смысла, так как эти очки можно потратить на випку или на ресурсы, дабы выполнять задания, допустим, той же самой стенкостроительства, да, то есть вот это задание, нам надо с вами строить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 раз проапать стенку, это достаточно много, то есть, допустим, достаточно много ресурсов требуется, то есть 310 миллионов денег, 370 стали и 250 нефти нам понадобится с вами, чтобы выполнить и закрыть полностью вот это стенкостроительство для тех, кто собирает, включая авиацию. Для тех, кто авиацию не собирает, то это 5. В принципе, 5 не страшно. По ресурсам, в любом случае, просадка у всех, потому что у нас есть с вами и технологии исследования, да, которые мы с вами изучаем. У нас с вами есть и помимо технологии еще строительство, да, то есть куда у нас уходит огромное количество ресурсов. Поэтому тратить драгоценные очки Альянса на ресурсы я не вижу смысла. Ну и последний способ получения, третий способ получения, это, естественно, донат. В разделе «Подарки», в разделе «Особый» билет миграции можно купить за 450 рублей, если вы находитесь в России и пользуетесь там Билайн МТС оплатой, да, либо через сайт, если вы пользуетесь официальным сайтом «Лили». Конечно, можно это все уменьшить, эти суммы, привязав там через Казахстан и так далее, и так далее. В общем, кому надо, тот знает, как это сделать. Но это все... все равно получается дороговато, да, в конечном итоге один билет за, соответственно, 450 рублей. Но те, кто отстают, могут задуматься о том, чтобы подкупать их не каждый, естественно, день, а хотя бы там раз-два раза в неделю для того, чтобы перебить отсутствие 15-й випки, да. Кому нужно собирать билеты? Я повторюсь, всем, каждому из вас нужно собирать билеты. Даже если в вашем альянсе сейчас все хорошо, это не значит, что через полгода в вашем альянсе будет также все здорово. Существует определенная вероятность, что на ваш сервер нападут, или на вашем сервере ваш альянс развалится, или война начнется внутрисерверная, или альянс сам по себе просто рассыпется на мелкие куски. Да все что угодно может произойти, ваши друзья из коллектива забьют фиг на игру, и вы останетесь там один или там в 10 человек условно. И когда у вас будет у каждого 70 билетов, вы можете выбрать, а куда вам пойти, там в Готику на какой-то там условный 150-й сервер, да, или в какой-то другой альянс, там, не знаю, в G27, или там в ТОИ, в ТОПы, куда угодно. Вы вольны двигаться куда хотите, если сервер не достославный. Поэтому билеты нужны всегда, даже если вы их накопили, продолжайте копить, потому что вдруг получится так, что вы прыгнете на один сервер, и вам там не понравится, и надо будет валить через неделю на другой, у вас будет как раз количество билетов необходимое, то есть на два прыжка. Поэтому, а разницу между прыжками сейчас уменьшили до 7 дней, поэтому обязательно, друзья, другие, подруги, копите билеты, собирайте билеты, ну и скачивайте с официального сайта приложение на мобильную игру, лаунчер, да, ПК-версию игры, прошу прощения, да, скачивайте, наслаждайтесь, я рекомендую своим божественным лайком. Конечно же, божественным лайком можно поддержать и наш ролик, который вы сейчас просмотрели, обязательно подпишитесь на канал, обязательно
Поддержка ваша мне необходима для того, чтобы в дальнейшем пилить качественный контент. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. До новых встреч, господа!